На сегодняшний момент реализуется проект по укладке канализационного коллектора по улице Гагарина. После корректировки планируется благоустройство двора по улице Темирбекова, а также восстановление асфальтного покрытия улицы Абылкасымова. На данный момент завершаются строительно-монтажные работы по строительству канализационного коллектора диаметром 500 сантиметров. Работы выполняются согласно графику производства работ. Небольшая задержка была вызвана поставкой оборудования канализационной станции, потому что оборудование было заказано, производится только в России, и из-за ихних мероприятий там по перелаживанию гражданских рельс на военные наш заказ отодвинулись где-то месяца на 4, и мы только в июне месяце получили отгрузку этого оборудования. На встречу с акимом области были приглашены жители улицы Темирбекова по вопросу благоустройства. Они смогли озвучить имеющиеся проблемы и получить ответ от специалистов. Глава региона поручил руководству города взять данный вопрос на контроль и провести все необходимые работы. Ни гарантию не выполнили. Почему они до ума не довели? Благоустройство, интересно, так на 3 подъезда выпало. Этот подъезд оставили вообще. Здесь забыли про это. Затем глава региона ознакомился со строительными работами по благоустройству набережной зоны. Марат Ахмеджанов отметил, что она имеет стратегически важное значение для развития городской инфраструктуры. Сейчас планируем российскую территорию, потом для возможности постройки подпорной стенки мы пока отсыпем сюда временно площадку бутового камня основания, чтобы стабилизировать. И начнем уже с подпорной стенки строить, а после этого уже начнем собирать полностью тротуарную, бульварную часть. Марат Ахмеджанов отметил, важное значение имеет выбор подрядчиков, их добросовестность и ответственность. Специалисты, в свою очередь, заверили, что в рамках проекта пляжная зона озера останется свободной для посещения рыбаками и жителями областного центра. Эдуард Погребицкий, Бауржан Смагулов, Кокщи, Акпарат.